Понимаю тебя. Шесть ходов не будет. Мне надо всего 4. Только проблема в том, что тебе за эти 4 хода все равно пиздят. Да, в инвиз ты уйти не успеешь. Тебя поднять там. Ну, Дэнчик, приятно было поработать. Пока. Это как в каком-то Game of Shoes, что ли. Терехе выпало. Выпал ход. Кого-то надо было спасать. Короче, то ли всех, то ли брата его, то ли еще кого-то. Первое. Посмотри, когда у нас был последний сейв. Полчаса назад. Второе. Засейвься. Потому что сейчас Рома будет творить дичь. Прошу. Инвиз. И стой на месте. Я могу ничего, ничего, не больше, ничего не делай. Инвиз. Все, 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 пропускай ход. Все, пробел. Понял, понял, понял. Понял тебя, братан. Так, Сибилла ушла. Теперь по поводу тебя. Ждешь, когда приходит твой ход? Пришел. У меня 6 очков есть. Используй пирамиду. Так. Я готов. Одного эвакуировали. Что сделают труп принца? А! Ты, судя по всему, стоял рядом с ним, и он тебя вытащил. Не, ну... Так тоже неплохо. Не, ну... Проблемы и меньше. Не нужно вытаскивать принца. Так. Давай влетим с двух ног, что ли, на них. И откинемся сразу всей группой? Не откинемся. Так. Не понял, я вижу твою красную пирамиду. Где моя синяя пирамида? Вот она.
это была? Отравленная селедка. Александр, Скумбрия. Отрав... Да где воблот нормальный? Камбала. Ну это все. Выпили, закусили. Ну, доставай водяру, братва. Помянем жмурок свежих. Скопление гнилых яиц. Ага. Не, у меня есть тупая идея. Мы можем туда влететь сбоку. Да, мы можем обойти, кстати. Это, в принципе, то, как я первый раз хотел сбежать. Надо сюда как-то загреть. Сюда загреть? Да. Пусть сюда приходит. Ну чё? Так. Я понимаю, но как? Всё, понял. Если что. Да. Опять тебя бафать до смерти. Разбирайся еще. А? Он вроде как бы включился, но как бы нет. Да. Во. Ну вот диск 2 это тот, который здесь стоял. Диск 3 это тот, который мы подготовили. Ну нам надо какой из них Вот этот, оригинал, который стоял. Вот этот оригинал. Да, вот видишь, у него 386 пустого места. Так, вот он открыт.
актив. Так, и теперь его... Так, вот мы все Так, подожди. Теперь надо его растянуть до конца, чтобы все 200 метров сделало. Вот. И теперь финиш. Не, он дальше не делится. Так, у нас получается... смысле загрузиться со второго диска? Ну, перезагружать. Нам же надо с третьего загружаться. Ну, в смысле, да, с третьего. Я имел в виду, что там уже жесткий диск. По счету здесь третий диск уже. Проблема в том, что они сейчас оба праймари. Не успел. А, ну да, там у нее есть в приоритете, поэтому он не загружается. Ну сейчас он тебе скажет, что загрузить. Опять же. Что за хрень-то еще? Мещадие такое вот. Мудоцкое. Если, кстати, в разы загружается, как получается. Ага, цель слишком далеко. Ладно. Divinity Original Sin 2. Да, я не помню, там старый пароль или нахуй. Старый. Xbox, ты имеешь в виду? Угу. 64. Так. Включай машину, сейчас я включу, как и без опять все фейна. И опять все фейна. И мимо. Я тебя забафал. Я в курсе. Вот именно поэтому я тебя забафал. И опять все фейна. И опять все фейна. И опять все фейна. Мой зад. О, одного поймал. Кого? Кота моего? Нет, вампира пустоты. Че, надо весь диск переносить? Нет, не совсем. Нам надо в меню поменять через один режим восстановления. Thank you.
Не туда. Так. Ага, вот так вот. Хорошее начало. Кошка, сиди на месте и не двигайся. А ты флешку тоже вынул? Ну да. Мне кажется, что надо всю винду перетащить. Слышишь? Мне кажется, надо всю винду перетащить. Знаешь, перетащить-то винду, а что смысл такой? Смысл в том, что там стоит 32-битка, а мы перетащили разгрузчик 64-битки. Ты там кого телепортировать хочешь? Да никого, в общем-то. Ага, вообще кинжала нету.